Проблема с водоснабжением в селе Вышки тревожила местных жителей не один год. Коллективные жалобы долгое время оставались без внимания. Проблему начали решать в прошлом году. Село включили в госпрограмму «Чистая вода». Коммунальные службы разработали проект, государство выделило финансирование. Прокуратура Ульяновской области взяла вопрос строительства нового водопровода под личный контроль. В результате принятых мер прокурорского реагирования муниципальное образование Ульяновский район включилось в федеральную программу «Чистая вода». Были предоставлены дополнительные субсидии из областного бюджета, а также в бюджете муниципального образования Ульяновский район заложены соответствующие бюджетные средства. Старый водопровод изношен на 95%. Старые трубы обветшали, а постоянные протечки приводили к перебоям с водой. Особенно часто они случались летом, когда на участки приезжали дачники. В некоторых случаях воду подавали раздельно по графику. Сначала в одну часть села, затем в другую. Из-за ветхости вот идет утечка, и часть, вот особенно в жаркий период времени, когда еще плюс идет полив, не хватает всему населению. Протяженность нового водопровода 13 километров. Заменят также насосную станцию и две водонапорных башни объемом по 50 кубометров каждая. По словам подрядчика, на данный момент выполнено 20% работ. В связи с погодными условиями прокладку труб пришлось приостановить. Работы начнутся в феврале. Большая часть материалов уже закуплена, сдать объект подрядчик должен к 1 июлю. Ну а пока местные жители пользуются старым водопроводом. Они с нетерпением ждут окончания работ. Очень мы рады тому, что наконец-то проект заработал у нас. И ждем улучшения и хорошей воды. На строительство водных сетей было выделено 55 миллионов рублей. После окончания работ 519 жителей села Вышки будут обеспечены холодным водоснабжением. Кирилл Савосин, Даниил Сурков, УлПравда ТВ.